привет и добро пожаловать на мой канал. С вами снова я, Чижова Милена, и сегодня я снимаю с своей подругой Таней. Привет. И сегодня мы снимаем то, чего еще не было на русском ютубе, это Disney Challenge. Заключается он в том, что нам будут включать музыку из Disney и давать 15 секунд на то, чтобы мы угадывали. Одно очко, ну лучше балл говорить, дается за то, что мы угадываем мультик, 2 балла за то, что мы угадываем еще и название мелодии, песни. Вот, и по очереди угадываем, если, к примеру, там Таня не угадывает, то я могу сказать, если я не угадываю, то говорит уже Таня, если она знает ответ. И продолжение, так как это будет 2 части, будет на канале у Тани, ссылка на ее канал будет в описании. А теперь начинаем! Выключай. Это, наверное, сейчас. Динь-динь, фея, да? Верно? Или Рапунцель? Ну, выбирай. Да. Твой окончательный ответ. Сейчас. Ну, Рапунцель? Тинкл-белл. Нет! Я сказала уже. Я сказала. Ладно, но я не смотрела. Я только по словам поняла, что там летает. Ну, ладно. А я смотрю фея, люблю фея. Давайте, теперь я. Я буду украдена. Это... Я тоже знаю, но кого-то не знаю. Все знаю. Это, короче, Рапунцель и что-то там в окне. А я вижу светом, I see the light, как-то вот так, что-то такое. Рапунцель, но я... А что? Рапунцель. А что за песня? Ладно, короче. Вот, блин. Все. Верни мою сестру. 1 балл за мной. У нас просто... Ладно. Ой. Это мне? Да. Что, издеваетесь? Смотреть надо. Я не знаю такого. Это город героев, ты че? Ты не смотрела? Впервые слышу. Ну там, короче, белый такой классный чувак, такой большой Бэймакс. Не, не смотрела. Ты че? Я даже не знала, что есть такой мультик. Посмотрите меня, пожалуйста. А я знаю. Очень популярная песня. Я не помню название, но знаю мультик, где он там еще с такой маленькой вредной девочкой. Ральф. Да. Да? Но я-то угадала или нет? Нет, все, ладно, это 0 баллов. Нет, давайте двоим по одному очку. Двоим. Короче, обе. Браво, выиграли. Так, чья очередь? Моя. Ты знаешь? Твоя очередь. Ну, ты просто знаешь? Вот все, у всех старых диснеевских мультиков такой напев, это очень сложно. Это что-то такое старых мультиков. Знаешь? Нет. Мне кажется, это 7 гномов. Ну, там типа эти гномики поют, когда она умерла. Нет. А что это? Там просто сидит наш оператор и тот, кто включает музыку, он говорит нет. Что это? Peace of the year. Что это? Я не знаю, ну, Lady... А, это Леди и Бродяга. Я плохо знаю. Я тоже не знаю. Леди и Бродяга, там вот эти собачки. А, ну я вообще маленькая была, смотрела, откуда я. А, ну да, я не люблю фильм, ну, мультики, где разговаривают животные. Где типа они главные герои. Моя очередь? Да. Ты знаешь? Это, короче, феи пиратского острова, песня Зарины. Да. Молодчинка. 2 балла. Какого хрена у меня такие песни? Обожаю старые такие. 101 далматинец? Нет. Белоснежка. Алиса. А, старый мультик, который... Алиса Стране Чудес. Ну, короче, мы обе не угадали. Ты чешешь типа из этого мультика. Не знаю, зачем я это сказала. Нет, не знаю.
Я тоже. Что это? Бэмби 2. Это там, где олененок такой. Блин, а я не знаю. Тут... Это малышей расставал. Цыпа. Как он? Цыпа, да, так и называется. Да. Цыпа. Цыпленок Цыпа. Цыпленок Цыпа, да. Чехол? Это, короче, поет такая жердяйка с очкастой. Утка. Нет, ну, утка. И свин. Да, и свин. Свин. Вот, все. Ясно. Подождите-ка. Давай. Из Золушки, нет? Нет. Откуда? Синдрелла. Это Золушка. Да. Кто победит? Это мне. Ты знаешь? Подожди. Кажется, да. Да, знаю. Мне нужны слова. Слова мне нужны. Не знаешь? Я думаю, сейчас я думаю. Давай, посмотрим. Это известный мультик? Да. Блин. Я на нем рыдала. При мамке. Мультик. В том году причем. Король Лев, что ли? Нет. Да? Нет. Сдаешься? Да, я сдаюсь. Это Дамбо. У-ху. Там, где он в цирке, короче, его накрасили как клоуна, и он должен быть... Ну, я не смотрела. Ты что там... Это... Давай. Это моя очередь? Да. Ну, вообще, похоже на такую черную женщину, которая пела из «Принцесса и лягушка». Что это? Ай, мне что-то в глаз попало. Все, вроде. Ты не знаешь? Mm-mm. Откуда? Геркулес. Что? Геркулес. Точно, там эти памятники пели. А-а-а. Да? Да. Сейчас, стой. Я что-то знаю такое. Песня очень известная. Что это может быть? Мне вообще так стыдно сейчас. Я думала, что я знаю все в этом мире. Нет. Ты знаешь? Нет. Ну давай, что это? А чья песня? Return to Pride Rock. Короче, ладно. Короче, мне стыдно. Ну ладно. Теперь твоя, да? Знаешь? Да, кажется. На русском надо было. Это из этого. Мэри Поппинс? Да. А, да. Нифига из такой. Ну, это фильм такой. А, ну фильм, да. Ну, вообще-то мы мультики. Я знаю эту песню. И мультик знаешь? Да. Он известный? Ну, не знаю, я в детстве вообще... Каждый день смотрела почти. Обожала этот мультик. Мы с мамой смотрели. С братом. Мы что, специально песни подбирали? Я не знаю. Robin Hood, walking through the forest. Это же Робин Гуд, типа лиса. Помнишь? Да, да, помню. Я обожаю этот мультик. Знакомая очень песня. Да.
знакомая. Once Upon a Time из «Спящей красавицы», да? Да. И песню выдала. Два балла. Два балла. Я выигрываю, наверное. Не знаю. Посмотрим. Где баллы? Короче, вот сейчас типа, здесь будут результаты, вы сами увидите, короче. Вот, так что... Вот. Было круто, сейчас будет вторая часть, она будет уже на канале Тани, ссылочка будет в описании, обязательно так, приходите. Смотрите. Да, и смотрите. А в этом раунде выиграла вот имя. Вот оно. Все, спасибо всем огромное за просмотр. Пока-пока. Пока.